Ну а сегодня четверг, и мы продолжаем адскую неделю. Четверг, смысл четверга в чем? В четверг ты решительно объявляешь войну своим страхом, выпрыгиваешь из зоны комфорта, преодолей себя. Нужно совершить сегодня то, чего боялся больше всего. Выступление на сцене, прочтение чего-нибудь. Я думаю, с детства мы все боимся темноты, и поэтому сегодня нужно будет ночью прогуляться по лесу. Лес, как вы видите, тут очень даже дремучий, глухой. Поэтому это будет идеальной борьбой со страхом. Ну, что дальше? Также второе задание сегодня – это нужно стать машиной продуктивности. То есть нужно чем-то заниматься 24 часа, не отвлекаясь на сон. Я думаю, это не очень сложно. Поэтому всю ночь я буду либо блудить по этому лесу, либо монтировать видосы, которые еще не выпустил на канале. Так что ждем видосы. До встречи, до завтра, в пятницу. В пятницу мы снова увидимся где-нибудь в этом же месте. До встречи.